горку туда. Ну а как я тебе подвижу? Все, тянись. Давай. Поехали! Нет, тут много еще можно.
Не, ну в принципе да, но там... Ну давай вниз тогда. Там она выше еще покрепче. А, ага. Но там надо на это. Навыдумывать всяких аттракционов, конкурсов. А ты его залезал туда выше? Да. Там вот подъезжаешь и вот так вот. И по земле. А тут еще выше, то целее было. Да, да. Нет, там в принципе можно заехать, но там все остро-остро и на Тхача-Гачук она ведет. Мы спускались оттуда, с нее. А? Ну пиздец. От глушака прикуривай. Ну тогда вообще сыро было, сейчас хорошо. Хоть и туманчик. Туман, класс. Да? Не слышит. Все, все, хорош, хорош. Ты как-то убирал бревно или что, ты его перевернул, когда ехал? Ну-ка, давай-ка, покажи, что можешь. Сцепление обязательно, всегда. Зажимать тормоз, то мне вот сюда уже не достать. Но если переместиться на средний палец, то в принципе достает. Вот тормоз еще есть. Смотри, вот тормоз есть еще. А на горке задний тормоз нам помогает? А передний? Не очень. А передний тоже не помогает. Короче, ну хоть как-то.
смотрю, сыро, а чего газ держу? Да, слушайте, а север такой. От этого нет. Целая? Ну да, но я через руку перекрыла с собой, потом руку после, ну, справился. Я когда у меня руль в одну сторону, колесо в другую, ну, поправила, все нормально. Где, вот там бревно, которое большое? Да, меня просто, я, ну, заезжаю на него, причем я так газу еще дала, а у меня морду слезала просто. Выше надо было поддать. Ну, или это у меня наоборот задняя слезала. Ну, короче. Че, не в как? А что у тебя глушитель сухой? Здесь нет, но опять что-то со смешки, нет? Нет, у тебя там... Короче, не догорает смесь, выплевывает больше, она тошнит. Надо газовать, чтобы, блядь, все сгорало, а маленькие обороты не успевает масло сгорать. У тебя, по идее, фил горячей должен быть глушитель. Бля, где я проебал? По дороге? Так надо завести. Нет, ты знаешь, не надо курить. Че, погнали? Там, короче, смотри, повыше надо заехать. И так эти бревна мы вниз съедем. А, вот так? Да, ну бревна, помнишь, там были? Ну, короче, поехали. Я ж не доехал, я вас ждал, вы сказали по братку и все. Иногда, но я ловлю ее в это, в траву в какую-нибудь. А, ну значит все нормально. Thank you.
Нормально, давай. Где ты его нашла? А? Отстегнулся? Вы потом что, на склоне выйдете? Да! Сейчас погодь. В твой? Давай в твой. Да блин, тут, ну ладно, кусты, суки. А что ты такие, нету, тяжелую часть портфель тут? Опа, фонарик. Поехали. Thank you.
А вот тут дорожка-то есть какая-то. Жень, погоди. Мы там уебались в этот, в обрыв. Вот, и вот по этой дорожке, да? Что-то тут такое есть. Надо тоже съездить туда. Потом толкали, блядь, вверх мультик. Сухо было. Здесь мы вот это все потеряли нормально, а вот там внизу цепочка была. Аккуратненько. Газуй! Thank you.
шуруй. Ноги убери! А? Ноги убери! О, красавчик! Туда школьный, туда Гайчук. Ништяк. А то мы вот там все проезжали, а здесь не катались. Давай лупи. Да. Там разве между деревьев чуть неудобно. Вот снизу, куда ты выскакивал. Вот, кстати, снизу на скорости можно туда выскочить. Андрюха выскочил на 2Т. Чтобы... А Женя вот так вот, получается, объезжала же его. Вот так, бугор. Да. А так можно вот на скорости вообще спокойно туда залететь наверх. Я туда заехал, у меня уже резина начала сносить, еще на мотоленде. Сколько время? Что там? Не знаю. 4? Ну 4:15 там. Ну что, в сторону дома, наверное. Все кайф. Там 5 уже сейчас темнеет, пока помоемся, переоденемся, да и тесты удачно прошли. Ну-ка давай, похвастайся. Первый выезд, что ли?